Разработчики в очередной раз ломают Genshin Impact и некоторых персонажей. Ну что, ждем компенсации? Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвей. Тут пролетает достаточно интересная новость, точнее даже две. Поэтому объединяем все технические проблемы игры Genshin Impact в один большой кусок. Начнем, пожалуй, с той новости, которая была освещена некоторое время назад, но как-то мимо меня прошла, и поэтому вот сегодня к текущей теме я смог ее приплести. В общем, вы знаете то, что у Моны есть C1. Да, некоторым людям все-таки везет выбивать классических персонажей, не Паше бедному, но в любом случае, да. У Моны есть специальное созвездие C1, которое увеличивает длительность эффектов, связанных с водой, насколько мне память не изменяет, при использовании омена, там увеличивается длительность заморозки, всякое подобное, да, не суть. А в общем, это созвездие просто-навсего не работает. Грустно-печально. То же самое и с C2 созвездием Укэцин, у которой при использовании элементальных реакций должна с 50% вероятностью вылетать дополнительная рофлосфера. Она тоже не вылетает. Грустно, печально, но поймите то, что данные два созвездия не работают с релиза игры. А игре уже, простите, почти полтора года, старичок, и только сейчас игроки начали замечать то, что действительно эти два созвездия не работают, и, видимо, их править как-то до сих пор не собираются. Грустная и печальная ситуация, особенно для тех, кто все-таки мейнит этих персонажей и хотел как-то эти созвездия использовать себе во благо. Хотя, честно говоря, Кэциночку, по-моему, так активно не используют. Мону, ну там такое странное созвездие, то что его действительно особо кто-то вряд ли бы замечал то, что оно не работает. Поэтому определенно требуем какого-то компенсации за эти два созвездия. Но сегодня прилетела другая, более насущая проблема, которая задела умы и разумы достаточно большого количества игроков. И связана она с тем, то, что разработчики вроде бы как тихо и внезапно поднерфили двух персонажей. В частности, поднерфили Аяку и поднерфили Райден. Что с ними случилось? Игроки заметили то, что теперь уменьшился радиус заряженной атаки Аяки, а также увеличилась задержка ее автонаведения. О чем это нам говорит? Это говорит о том, то, что теперь за Аяку, играющую через автоатаки, стало играть немного некомфортнее. То есть, если раньше автонаведение позволяло вам двоих-троих там зацеплять, то теперь, так как задержка увеличилась, то попадать будет гораздо сложнее, да? То есть мы понимаем, играть стало менее комфортно. То же самое примерно сделали и с Райден, когда она использует свой ультимейт. Уменьшился радиус наведения обычных и заряженных атак в ультимейте Райден. Также увеличилась задержка между заряженными атаками во время действия ультимейта. Также снизилась дальность автоматического перемещения при серии автоатак в форме клинка у Райден. То есть, понимаете, именно вот эти вот быстрые удары у Аяки и заряженные атаки у Бал, у Райден, тоже подверглись внезапно нерфу. Возможно, разработчики поняли то, что это действительно очень читерные штуки, и при помощи них наносится огромное количество урона. И теперь стало понятнее то, что теперь промахиваться за этих персонажей мы будем гораздо чаще. И самое главное, то что заметили, это сами игроки. Они сейчас прям очень сильно штурмуют китайские форумы. Там уже 700 плюс сообщений настрочили. На Reddit, кстати, пока что именно этих публикаций замечено не было. Возможно, в ближайшем будущем, конечно же, они тоже там вылезут. Что скажут нам на это разработчики? Да, честно говоря, я сомневаюсь в том, что про это будет как-то сильно сказано, потому что про нерфы разработчики никогда не рассказывали. То есть про бафы, да, они любят про это рассказать, а про исправления и про нерф ошибок, честно говоря, я вот не припомню, чтобы в ближайшее время какой-то был рассказ. То есть, и, кстати, давно не выходило факов от разработчиков, чтобы они
ответили на какие-то вопросы от комьюнити, плюс хотя бы даже те, которые они сами себе зададут. В общем, разработчики, видимо, действительно сейчас ушли в глубокую оборону и готовятся активно к китайскому Новому году, потому что именно там, наверное, нас будет ожидать достаточно много прикольненьких штучек. В любом случае, ждем пятницы, посмотрим, чем нас разработчики обрадуют на стриме разработчиков, и именно тебя я тоже жду в пятницу на прямой трансляции с разработчиками. В час дня мы будем начинать смотреть, и буду ждать именно тебя, потому что на стриме мы разыграем 10 благословений полуны, а также еще десяточку разыграем под видео с краткой вырезкой этого стрима. Поэтому почему бы не получить халявное благословение? Я уверен, то, что тебе определенно оно пригодится. А что считаешь ты по поводу подобных нерфов? Играешь ли ты за Аяку или же Райден? Ну или же замечал такие вот нерабочие консты у Моны и Кацинки? Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.